Алекс, что, на ваш взгляд, ждет мир из КВ после того, как пандемия завершится? Ну, жизнь продолжается, будем жить и работать. Какие-то коррективы, естественно, мы внесем, в том числе маркетинг вот нашей философии, технологии, которые действительно спасают мир. Но мы как-то не очень убедительно об этом говорим. И к этому часто снисходительно относятся. Да что там глупости вы говорите? Все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Без вашего СКВ. Но пандемия коронавируса показала, что это не совсем так. Coronavirus. The pandemic. Coronavirus. COVID-19. Coronavirus. The pandemic. Coronavirus. Я давно говорю, наверное, лет 30, если не больше, что наша цивилизация идет в тупик. У нас не так уж много времени, чтобы принять правильные решения и не погибнуть, потому что индустрия убивает биосферу и убьет ее, добьет, она сильнее, чем биосфера. И человек в погоне за прибылью, за лучшей жизнью, достатком и так далее, всю экономику построил на прибыли. Надо зарабатывать, 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 получать прибыль, 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 чтобы лучше жить. И при этом он убивает дом, в котором он живет. И раньше, я говорю, там 3-4 поколения – это точка невозврата для нашей цивилизации, то сейчас, я думаю, что 2-3 поколения, даже, может быть, 2 поколения, вот там лет 50, когда уже что ни делай, мы уже не можем вернуть прошлое, вернуться туда. Просто идет, как вот и больной. Если человек вот болеет, ну или животное, неважно. И бывает кризисная ситуация, когда он может либо выздороветь, либо умереть. И нужно, чтобы выздороветь, иногда дать какие-то лекарства или какие-то меры принять, чтобы выздороветь и не умереть. Так вот, когда мы пройдем точку невозврата с теми подходами, как сейчас, цивилизация погибнет. У наших детей, внуков нет будущего. И коронавирус – это просто некий сигнал, не более того. Как, допустим, взрыв в Чернобыле. Это тоже был некий сигнал, в том числе для меня. Почему моя деревня, где я родился и вырос, почему именно там вот этот вот взрыв накрыл, почему на мою деревню выпало вот это облако, взорвался реактор и весь уран, это больше 100 тонн там, графит радиоактивный, все это взлетело, и в виде облака ветер дул в сторону Белоруссии. И все это упало именно на мою деревню, а не ближе, дальше, не в стороне почему-то. И когда последний раз забыл, ну, года, наверное, 3 назад, ну, чуть меньше, и мы брали дозиметры, и когда заезжали в зону, там разрешение в МЧС надо было брать, и когда узнавали, куда мы едем, в деревню Крюки, стал говорить, вы там недолго, там очень сильно радиация. И мы сами померили и убедились, что вот едем по зоне, дозиметр, так, ты, подъезжаем в деревню, ты, и вот щелчок за щелчком. И смотришь на показатель, радиация выросла в 10 раз. То есть 10 раз выше, вот где деревня, чем вокруг. Почему нам на мою родину это все упало? Где я родился и вырос. А вот для того, чтобы я понял, что да, есть малая родина, да, место, где я родился и вырос, а есть большая родина, планета Земля. Это не знаю, видимо, да. Нет, точно сюда? Он сказал, что
сказал, направо заворачивайте, едите. Да, прогнило все. Когда так крепко было. Мы бегали здесь, дети. Что, это уже крюки? Да, это крюки, это уже центр крюков. Мне кажется, тут вот, есть дорога, Антон? Нет, подожди, там как? Улица была. Надо пройти на ту тонкую улицу, подожди. Это мой класс. Вот здесь я сидел. Вот здесь. В шестом классе. Оказался огромный класс, он такой маленький, с печкой, здесь печное отопление. Зимой было тепло. И нас учили, многому учили, и хорошо учили. Я получил прекрасное образование вот в сельской школе, глухой, среди болот. Это математика. Тут еще сохранились приборы. Модель паровой машины. Вот. Если мы будем так дальше развиваться, я имею в виду цивилизацию, земная цивилизация, технократическая, то вся планета станет такой. Я еще раз в этом убедился. И когда говорят, что надо, допустим, переходить на экологически чистую энергию электрическую, то мне сразу вспоминается Чернобыль, который как раз и генерил якобы экологически чистую электрическую энергию. И сгенерил, мы видим результаты. Эта земля выведена за оборота на тысячи лет. Я потерял свою малую родину. Вот она. Здесь граница, колючая проволока. Здесь нельзя находиться долго. Здесь очень большой уровень радиации. Это на тысячи лет. Поэтому как бы надо жить и развиваться все-таки нам по-другому. И поэтому вот Чернобыль еще раз как бы подтолкнул меня к тому, что нужно искать пути
выхода из этой ситуации. И поскольку эту проблему создала земная индустрия, то ее место не на планете, а ее за пределами, в ближнем космосе. И вот это я понял давно, лет 40 назад, даже, наверное, больше, и стал развивать вообще планета транспортное средство, потому что я нашел решение, как за счет внутренних сил системы вывести грузы, причем в большом количестве, в космос и создать индустрию там. А на Земле оставить биосферу, жизнь, поля, луга, леса, чистый воздух. А пусть индустрия будет в космосе и будет нас обслуживать, земную цивилизацию. И тогда у нас не будет Чернобыля, не будет заброшенных школ, умерших городов, деревень. А будут сады, поля, луга. Нечистый воздух. Не страна, а планета. И наш дом – это биосфера. Наш дом – это одна комната, где нет даже перегородок. И мы эту комнату, этот дом убиваем. И убьем. Так может, чтобы я тоже это понял и как-то поактивнее стал работать, чтобы все-таки избежать этого. Потому что я стал понимать, что да, эта беда придет для всего человечества, для всей биосферы. То, что электростанция – это часть индустрии, маленькая часть. И посмотрите, сколько проблем она, атомная энергетика, на примере моей родины, сколько проблем она создала. Да? А теперь представьте, сколько проблем создает индустрия в целом. В том числе ракета, которая летит через ионосферу и выжигает озон. Десятки миллионов тонн озона за один старт выжигает. Делает дыру в озоновом слое размером с Францию. Так это тоже часть индустрии. Всего лишь небольшая часть. И можно таких примеров привести множество. Те же автомобили – это часть индустрии, которые сжигают больше 2 миллиардов тонн топлива живет и выжигает около 10 миллиардов тонн кислорода из атмосферы. Это тоже часть индустрии. И эта мощь все время возрастает, возрастает, возрастает. И потом уже наступит предел, когда все рухнет. И уже ничего изменить нельзя будет. Вот я понял давно, и поэтому я делаю то, что я делаю. Невзирая на самой борются, с нами борются, не все нас поддерживают. Но у нас есть вот сотни тысяч приверженцев, партнеров, которые инвестировали свои деньги. И вот я еще раз хочу выразить благодарность всем нашим инвесторам, которые вот это понимают и поддерживают в меру своих сил и возможностей. И поэтому мы идем вперед, невзирая там на коронавирус и другие проблемы, которые будут обязательно и, может быть, более сильны, чем сейчас. Да? И поэтому, даже пройдя вот этот этап, мы тоже станем сильнее, умнее и больше станем понимать. И, наверное, будем активнее продвигать тогда СКВ. И нас услышат уже большее количество людей, в том числе заказчики. Когда тоже из-за того же коронавируса очень проблем у них много, и у них и упали и доходы, и объемы там продажи, и объемы работ и так далее. Многие компании вообще стали банкротами, да. А это всего лишь небольшой какой-то там коронавирус, какая-то там пандемия. Так вот, через это придет понимание и у сильных мира
о том, что что-то надо делать, как-то надо менять то, что есть. И нас, и меня услышат очень многие. Поэтому я не вижу трагедии в коронавирусе. Спасибо, что он есть. Это все достаточно безобидная болячка всего лишь. Потому что может быть такая пандемия, что она выкосит всю цивилизацию за месяц. И это будет все сделано нами, цивилизацией, которая не понимает, что кроме интересов каждого, есть интересы общие, и даже не интересы страны, а интересы цивилизации, человечества, которая часть всего лишь биосферы, маленькая часть, и не самая значимая. Может, и те еще интересы есть, они более значимые, и надо, наверное, это тоже учитывать. Поэтому я вот такие проблемы, которые возникали у меня постоянно, ну, как, допустим, коронавирус, у меня и более серьезные были проблемы, когда там мне 7 раз все отнимали до нуля, да? Да, и другие вещи происходили. Я всегда это использую как опыт. Потом с коронавирусом тоже нас многому научит. Строй скалы, спасай планету. Global Star Club. Возможности безграничны.